с Амуром на прогулке. Ну, вот так вот, ничего не натягивает, он стоит, потому что команда сказана стоять. Вот он никуда не идет до тех пор, пока не скажется команда, что можно идти. После этой команды он получает эту команду, и потом будет следующее действие. Можно гулять. И отпускаем веревку, вот этот фиксатор, и он может спокойно в это время гулять. Ну, сейчас он там пописает, еще что-то. Волшебная команда. На. Вот он сейчас получил вкусняшку, и он знает, что если звучит вот это слово «на», то это ассоциируется у него с тем, что он получит какую-то вкусняшку, что это будет что-то хорошее. Ну, вот так вот происходит. И вот он может спокойно делать свои дела, гулять. Это не более 2 минут, чтобы потом обратно ко мне. Вот опять мы фиксируем, опять вот так немножко, подтягиваем чуть-чуть и идем дальше. Спокойно, не поворачивать голову ни влево, ни вправо, спокойно должен. Влево, вот или вправо, или например, будет кричать каким-то другим собакам, надо сразу же подтягивать вверх, чтобы ему сделать неприятно. Когда подтягиваешь его вверх, тогда он понимает, что это будет что-то плохое. Сейчас он идет хорошо, значит, ничего не надо делать, не тянет никуда, спокойно все делает, поэтому ничего мы не делаем. И вот даже может спокойно отпустить вот так, да, и он может спокойно идти рядом. Как только он начинает тянуть, мы его опять подтягиваем вверх, немножко, вот так. Вот так подтягиваем вверх его, чтобы сделать ему неприятно. Потом, после того, как он опять успокаивается, и у него проходят вот эти эмоции, можно опять отпустить, и он будет рядом. Вот теперь видно, что он опять хочет прыгать, да? Мы опять делаем следующую команду. Стоять. Ну и вот после этой команды он должен постоять где-то, ну, 30-40 секунд. Как только эта выдержка у него пройдет, он успокоится сейчас, эмоций больше не будет, не будет вот этого перевозбужденного состояния. Только после этого гуляет, нюхает все. Можно гулять. Он никуда не тянет, он спокойный, он гуляет. Он даже не натягивает веревку. А потом натягивает веревку, вот так вот сделаем, вверх подтягиваем. Чтобы ему было неприятно. Он поднимал. Как только он понимает, что ему это неприятно, он сразу, ему это неприятно, потому что ему больно, да? После этого, как он получает вот эту боль, он понимает, что нужно